Ре, весь этерс ир те. Уже второй день нет никаких новостей о пропавшем клиенте Центра социальной опеки Ецева. Мужчину зовут Янис Раутеншильд, ему 64 года. Он вышел из центра социальной опеки, был одет в джинсы и темно-серую куртку. Направился в сторону Ецева. Путь занимает 2 километра. Дорога идет мимо кладбища и леса, нескольких заброшенных зданий. Пересечь приходится и реку Ецева. Она не глубокая, но быстрая. Около 10 утра Янис Докторати взял бланки, которые нужны для направления в лабораторию, и пропал. В пансионате исчезновения мужчины заметили только в час дня. Он не пришел на обед. Согласно утвержденным в центре правилам, поиски начались вначале на территории филиала, потом в ближайшей округе, лесу, на пути к Ецеве. Полиция признает, что информацию о пропавшем мужчине получила с запозданием 18:45. Собака-кинолога вначале не смогла взять след. Янис пропал в том месте, где ходят десятки людей. Фотография исчезнувшего клиента пансионата размещена в местной газете и в интернете. Ответственность руководства социального центра Министерства благосостояния оценивать пока не будет. Пансионат не является учреждением закрытого типа.